Сергей Кириенко вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым осмотрел главный медиацентр, Большой Ледовый дворец, где пройдут церемонии открытия и закрытия фестиваля, а также другие площадки на территории Олимпийского парка. Участниками и гостями форума станут порядка 36 тысяч человек из 150 стран мира. За их безопасность будут отвечать более 5500 сотрудников полиции, Росгвардии, курсантов и военнослужащих. Продумана вся транспортная логистика, медицинское обеспечение. Определены пункты питания и размещения. Будут работать около 5000 волонтеров. Напомню, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Для участников и гостей подготовлена насыщенная культурная программа.